Совершенствование спортивной массовой работы в муниципалитетах области – эта тема стала основной для обсуждения в ходе семинара-совещания, в котором приняли участие чиновники и представители районов региона. Выступающие отметили необходимость развития физкультурно-массового движения в сельской глубинке. Способами достижения цели считают совершенствование тренировочной и соревновательной базы. В этом году во Всероссийских зимних сельских спортивных играх примет участие команда молодежи Саратовской области. Участников отбирали по двум критериям. Во-первых, претендент должен иметь отношение к аграрному сектору, а во-вторых, должен заниматься каким-либо видом спорта. Это уже второй или третий раз, я сейчас точно не могу сказать, но точно не первый. Поэтому мы спокойны. Вот я думаю, что у нас тут будет хороший результат, лучше, чем был. У нас потихоньку перспективы улучшаются, потому что мы первый раз ездили, у нас было, по-моему, около 40-го места. Вот, но вот, судя по второму разу, уже там на несколько позиций вверх мы поднялись. Поэтому тенденция положительная.